Да. Кукуруза очень перспективная культура. Это такой факт объективный. В мире 10 лет назад производилось пшеницы 700 миллионов тонн. Сейчас производится 800 миллионов тонн, поэтому доля России значительна. 10% мирового производства пшеницы – это Россия. Это наша сильная культура и у нас сильная позиция. Я буду очень сожалеть, если введение пошлины ослабит и позиции России в производстве пшеницы, и в том числе на мировом рынке. Если говорить о кукурузе, кукуруза производилась чуть больше, 750 миллионов тонн. Я говорю не о десятилетнем периоде, я, наверное, говорю все-таки о периоде 20 лет. А кукуруза производилась немножко больше, 750 миллионов тонн, приблизительно, я говорю. А сегодня кукуруза производится 1 100 000 000 тонн. Темпы прироста производства кукурузы в мире очень высокие. Причем здесь большая концентрация. США нарастило свое производство от 330 миллионов тонн до 400 миллионов тонн. Китай поставил цель производить 300 миллионов тонн кукурузы. А, к сожалению, доля России здесь невелика. 13-14 миллионов тонн производится по годам. Но наш сосед, Украина, производит 35-40 миллионов тонн кукурузы. И на цену на Черноморском побережье больше влияет по кукурузе больше влияет Украина. Но кукуруза, роль кукурузы сегодня растет, она будет нарастать, в том числе как фуражная культура, особенно в России. Потому что в России производство мяса, мясопродуктов будет увеличиваться, плюс производная кукурузы, крахмал, там, производство аминокислот, которых не было в России. Кукуруза тоже очень интересная культура. Необычным для меня было, что в прошедшем сезоне кукуруза по прибыльности вышла на первое место. Во многом благодаря, безусловно, нашим высоким урожаям и той цене, которая сложилась. Наш урожай, средняя урожайность по кукурузе в прогрессе была 97 миллионов тонн при продаже по 14 рублей с НДС, то это валовая выручка где-то, наверное, около 135 миллионов. Можно посчитать, чтобы уж мы давали точные данные, 97 на 14. Да, точно. 135-800 валовая выручка. Ну и в ней даже при затратах возьмем 55, то получается 80 миллионов выручка. Чистая прибыль с гектара. Mm-hmm. Это рекорд. Ничего подобного не было. За минувший год, да. За всю историю. А, за всю историю? За всю историю. 97 то средняя. Получается. Средняя урожайность. Нет. По урожайности не рекорд. По прибыли с гектара рекорд. А урожайность нет. У нас были годы с урожайностью несколько лет, свыше 100 центнеров с гектара. И в этом году мы не на 100% довольны. Объективно мы могли получить 100 центнеров с гектара. Мы немного там не доработали. У нас есть гористая местность. Вот там мы, может быть, по размещению посевов, мы не получили свой объем, который могли получить, хотя грех жаловаться, когда у тебя 97 центнеров урожая кукурузы, не очень благоприятный год. Я говорю не очень благоприятный год, потому что нельзя сравнивать природно-климатические условия, которые были в этом году в центре, на севере края,
Ростовской области, Ставрополе, Лабинским районом. Лабинский район – это Богом созданный уголок для производства кукурузы, сои, кормовых культур. В силу и более достаточных осадков, влажность воздуха. Есть особенность такая, что если днем даже очень жарко, ну скажем 37, а ночью температура будет 24-26. Я в Ростовской области стоял с пчелами, и я видел ночные температуры 30 градусов в Ростовской области. То есть у нас хоть ночью растения в жару немного отдыхают. Плюс особый микроклимат связан с близостью к горам. Сейчас плохая погода, не видно, но 90 километров отсюда проходит главный Кавказский хребет. Поэтому мы, я повторяю, в условиях особого микроклимата. Наша задача, вернее, наша заслуга заключается в том, что начав заниматься в 92 году фермерском хозяйстве, производством растениеводческих культур, к 95 году мы поняли, что мы должны изменить традиционный севооборот для района и главными культурами сделать сою, кукурузу, пшеницу. Сою, когда мы начали заниматься, в районе производилось 200 гектаров, выращивалось всего 200 гектаров. Поэтому вот эти культуры для нас много лет были базовыми. Сейчас наша линейка расширилась. Мы важной для себя культурой сейчас считаем рапс. Мы им занимались много лет, а потом делали паузу. Сейчас вновь вернулись. Мы добавили свеклу. Около 5 лет мы занимаемся свеклой. Ну и долю пшеницы мы последние годы увеличивали. Сейчас она около 42% занимает в севообороте. Я не думаю, что мы будем сокращать, но мы просто, как и все, взволнованы этими пошлинами, плавающие пошлины. Они лишают адекватной возможности смягчать инфляцию, которая в сельском хозяйстве, в производстве, гораздо выше, чем в целом по стране. Если мы возьмем с вами, у нас есть табличка «Форма 24», каждый месяц мы по ней видим затраты по культурам с нарастающим итогом. Вот на сегодня наши затраты на 16% выше прошлогодних. Когда у нас не было ограничения на цены, как сейчас случилось, мы компенсировали ценой растущей на зерно, мы компенсировали наши все растущие издержки. Сейчас мы думаем, чем мы компенсируем уже 16% рост издержек в случае, когда будет более-менее фиксированная цена, скажем, $200. Потому что, вы знаете, от 200 до $300 за тонну 70% будет пошлина. А сейчас очень высокий рост на удобрения, от 30 до 70%. Металл подорожал, мы строим склады, и мы видим подорожание металла сейчас по разным позициям от 60 до 100%. Поэтому, если говорить о прошедшем годе, его итоги для нас вполне удовлетворительны. Но будущее нас тревожит. Возвращаясь к кукурузе, мы сеем импортные семена и российские. Каждый год, уже 20 лет, мы всеваем обязательно полоску российских семян. Так было вот последние 18 лет.
Сейчас мы уже отдельные поля высеваем российскими семенами. Это селекция ладожская. На демонстрационном участке 3 года назад ладожская селекция, гибрид ладожской селекции показал урожайность 122 центнера с гектара. Это рекорд был. В прошлом году мы выращивали силос и карнаж из семян кукурузы ладожской селекции. И в этом году часть карнажа силоса будет выращиваться на этой кукурузе, на базе этих семян. Но что касается зернового производства кукурузы, то это фирмы Декальп. То есть Декальп – это бренд, который принадлежал долгие годы Монсанто, а сейчас Байер. Основной наш поставщик будет Байер, было Монсанто. У нас очень хорошие отношения и хорошие традиции. Уже 20 лет мы заключаем прямые контракты на поставку кукурузы. Мы занимаемся растаможкой, мы оплачиваем в валюте, то есть у нас условия дилеров. Когда-то нас в шутку называли 11-м дилером. 10 дилеров было в России, которые торговали кукурузу, и 11-е были мы, которые покупали кукурузу по прямому контракту по ценам дилеров. Но для своего производства, потому что мы в России в те времена были крупнейшим производителем зерна, когда не было холдингов. Но и надо отдать должное, люди, с кем мы работаем, они очень чтят традиции. Уже давно нет тех людей, с которыми мы начинали работать. Их сменилось руководители за этот период 6-7. Но каждый из них передает: в России есть прогресс, имейте в виду, что мы с ними работаем по прямому контракту. И в этом году то же самое было. А какие площади под кукурузой у вас? Ну, сегодня под кукурузу будет 4000 гектаров. Но были периоды, когда она возрастала до 7. Я вам говорил, что мы увеличили, добавили свеклу, добавили рапс, кормовые культуры. Мы не занимались животноводством еще 5 лет назад. Сейчас мы крупнейшая площадка в ЮФО по выращиванию скота. У нас на откорме 7000 голов. Плюс в Краснодарском крае всего 2 племенных хозяйства по мясной породе. Одни из них мы, причем самое крупное. По абердино-ангусской породе мы племенное хозяйство. Да. Я уже не говорю о том, что у нас свиноводство, тоже 17 тысяч голов. Но это для нас не новое дело. Мы свиноводством еще 20 лет назад занялись. Но что касается мясного скота, то более 9 тысяч сегодня поголовье. И, конечно, мы увеличили долю многолетних бобовых трав, потом однолетних трав. Часть пашни мы перевели в пастбище, малопродуктивная пашня. Мы перевели в пастбище. Поэтому структура несколько поменялась. И доля зерновой кукурузы, ее пришлось потеснить. Да, к сожалению, да. Хотя мы любим кукурузу. И считаем, что у нас есть объективное преимущество. Это климат соответствующий. Я думаю, что производство кукурузы в России будет расти, но в моем понимании хорошая зона для производства кукурузы – это Краснодарский край до Павловского района, Тихорецк – крайняя точка здесь,
И если по горизонтали Тимашевск, наверное, да, вот. Да. Тимашевский туда, до Приморско-Ахтарского выйдем, да, если пойдем. Пойдем на запад. Вот это зона подходящая. По Ставрополю это районы, которые примыкают к Краснодарскому краю. Кочубеевский, Новоалександровский. Совершенно правильно, да. По Ростовской области я плохо знаю север Ростовской области. Возможно, вот с изменением климата там растут перспективы для кукурузы. Печано-Кубский район, я знаю зря. Выращивали 63 центнера. Ну, для меня это низкая урожайность. Ну, для них это был хороший показатель. Безусловно, растет и будет расти производство кукурузы в черноземной зоне. Я думаю, оно будет расширяться и переходить в нечерноземную зону, потому что в Подмосковье кукурузу растут. И выращивают, извините, и меня удивляло, что у них очень ранний срок сева, первая декада. Я читал статью, что они сеют кукурузу в первой декаде. Это срок сева для нас. Мы сеем кукурузу там, с 1 по 10 апреля. Для Подмосковья я был весьма удивлен. Возможно, Дальний Восток, у которого специализация основная соя, но хороший севооборот. Кукуруза, соя. Это был бы очень хороший севооборот. Мне кажется, там условия, если они выращивают успешно сою, то там есть условия, чтобы выращивать и кукурузу. И севооборот кукуруза-соя вполне приемлемый. У меня есть вопрос. Что касается кукурузы еще, какие вопросы вам интересны? Да, вопрос. Вы сказали, что российский гибрид ладожский, да, вы используете? У нас ладожская, ладожская селекция, там несколько гибридов есть. Вот. Мы используем в небольшом объеме. А в каком? В этом году 300 гектаров будет. Из 4000, да? Ну, 9%, да. 8-9%. Есть ли тенденция к росту отечественной селекции по площадям? Есть ли тенденция? К тому, чтобы увеличить площади засеянные отечественными. Но вы говорите, я что делятся. Я понимаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Мне ладожская нравится тем, что ниже стоимость семян мы получили хорошую урожайность по силосу, по карнажу. Но есть в мире семена очень хорошие для производства силоса и карнажа. Это селекция, бывшая югославская, сейчас сербский институт в Сербии. И создают сорта Майсадур, французская селекция, специально на они высокие, хорошо облиственные для получения силоса. А для получения карнажа важны сорта с высокой урожайностью кукурузы. Поэтому мы каждый год участвуем и помогаем проводить дни поля, и мы выращиваем не меньше 40 гибридов на небольших участках по полгектара с различными фирмами. Это делает еще одно предприятие «Родина» в нашем районе. И мы выбираем десятку лучших. Поэтому у нас критерий простой. Десятка лучших – это те гибриды, которые у нас сеются. И страна производства здесь не важна. Хотя выигрывает чаще всего это выигрывала «Монсанто», сейчас это будет «Байер». «Пионер» хорошие результаты показывает, «Майсадур». Нас поразило 3 года назад семена ладожской селекции, когда они дали 122 урожайность, но немножко выше влажность. Они работают над тем, чтобы снизить влажность семян. Скажем, если у большинства было на период уборки 14-16% влажность, то у ладожской было 19-20%. Но они над этим работают, и я вот считаю их наиболее
перспективными. А какую долю семян вы импортируете для посева? Если я правильно поняла, да? Вы же импортируете напрямую из-за границы семена. Все, что мы выращиваем у себя за минусом ладожских семян, мы импортируем. Угу, все. Так. Насколько дешевле это выходит? И вообще могут... Дороже или дешевле? Дешевле. Или это выходит... Напрямую, Саша спрашивает, напрямую, вот прямые контакты. Сколько дилеров? Ну, скажем, дилеры 8%, да, зарабатывают. Есть, которые закладывают 20-25. Вот. Значит, у нас дешевле на от 5 до 25%. Это мы так оцениваем. Мы специальную задачу не ставили, но понимаем, что если мы не используем услуги дилеров, то мы экономим, плюс мы сами растамаживаем. Ну, 5-20% мы считаем, что... Но это небольшая доля, да? То, что связано с байером. Когда вы это 90%, ну, 85%. У нас основной поставщик. А, ясно. Хорошо. Да. Это раз, но если мы говорим, там, нам делают предложения другие фирмы, мы стараемся цену купить у них по той цене, по которой мы получаем семена байера. То есть мы им говорим, вот мы получаем по такой цене. Если вы готовы, чтобы мы по такой цене, нам по такой цене продали, мы вопрос изучаем. Если нет, то... Но поскольку большие объемы, то они в этом торге готовы участвовать. Они готовы участвовать, потому что Лабинский район показывает хорошую урожайность, а дилерам очень хочется назвать высокую урожайность своих гибридов. Угу. Поэтому у нас еще одно преимущество. Угу. Ну, это во-первых. Во-вторых, известно, что мы крупные производители кукурузы. Если не учитывать холдинга, да, по холдингам, я не знаю. Но это другая история. А у холдинга, они же состоят из множества юридических лиц. Да. И там ведется учет тоже по юридическим лицам. По холдингам редко там цифры объединяют урожайность, производство отдельной культуры. По холдингам называют суммы денег. Вот такая валовая выручка, такой земельный банк. Александр Владимирович, 40 гибридов в опыте у вас, а в производстве какое количество гибридов вот на эти 4000 гектаров? 8 гибридов. И вы обновляете иногда, да? Добавляете в количество, да, это, да, новые. Каждый год. Но это каждый год, но по результатам кратного изучения опыта. То есть не один год, что выстрелило, допустим, дало больше 100, и вы сразу в производство. У нас в основе это результаты товарных посевов. В основе не демонстрация. Демонстрация показывает перспективные. А мы в основу берем товарные посевы. Сколько показывают товарных посевов? Но если мы увидели какой-то гибрид с высокой урожайностью на демонстрационных посевах, мы его включим для того, чтобы изучить товарных посевах. Когда он подтвердит высокую урожайность товарных посевах, то он вытеснит тот гибрид, который ему уступает. Но вы в товарных посевах первый раз, наверное, небольшую площадь ему отводите, да? Да. То есть, если в опыте это полгектара, то там может быть 200. Сотня, 200. Ясно, понятно. 200 гектаров. Да. Вот вы сказали, что 97, и это вас не очень удовлетворило, результат минувшего года. А в чем какие-то ошибки были? В размещении. Севооборот? Нет, не севооборот. Поля. Поля, где мы разместили кукурузу, у нас зона есть часть равнинной, а часть гористая. Вот мы излишне большое количество разместили в гористой зоне,
и там недополучили. Но вы знаете, это просто принцип, вот 100 центнеров. Все, что ниже 100 центнеров, это не такая большая радость. А если брать общий показатель 97 с той ценой, которая была, ну, грех жаловаться. Даже нельзя жаловаться. Да. Сроки сева. Мне помнится, вы как-то говорили, что сдвинули сроки сева в сторону более ранних. Да, совершенно правильно. Уже много лет мы стараемся сеять в ранние сроки для того, чтобы использовать ранневесеннюю влагу. Для нас традиционный срок сева сместился там, с 12 апреля, начало сева, с 12 апреля на 1 апреля. Но в этом году мы видим, что мы будем сеять с 12 по 17 апреля. Потому что вот как бы этот год, он более близок к традиционным. Это сильно отличается, погода сильно отличается от последних двух лет. Мы смотрели по ситуации, допустим, в прошлом году мы сеять свеклу начали 15 марта. Но это вообще такого никогда не было. Но мы видели, что почва и условия погодные позволяют начать сев в экстремально ранние сроки. А сегодня мы не посеяли ни горох, ни люцерну, ни овес, ничего. Мы ждем почву. У нас еще вот этой ночью из-за дождя, наверное, снег исчезнет с полей. Вчера он еще был, я проехал по всему краю, снега нигде не было, но у нас еще оставался. Вот. Даже на полях, не в лесополосах, а на полях. Еще на полях. Ничего себе, интересно. А в Севобороте, вот кукуруза после чего сеется у вас? Кукуруза после зерновых колосовых. Пшеница основное происшествие. После пшеницы. Ясно. А она как предшественник для чего у вас используется? Традиционно для сои, для гороха. Ну и сейчас под пшеницу достаточно большое количество идет предшественник как под пшеницу, но будет уменьшаться в связи с тем, что у нас увеличивается рапс. Рапс очень хороший предшественник для пшеницы. Поэтому кукуруза будет оставаться предшественником для гороха, его площади будет несколько увеличиваться, и для сои. Небольшая часть, возможно, для пшеницы. Небольшая часть. Вот вы сказали, что ладожские гибриды с влажностью там под 20% вам приходится досушивать, используя сушилки. Да. Да? Да. Только для ладожских или... Вы знаете, последние 2 года мы не включали. У нас есть хорошие сушилки американского производства. Мощные 2 года мы не включали. Это раз. Второе. Я вам сказал, что доля ладожских небольшая. Мы можем их и не сушить, мы можем не включать сушилки. Это небольшой объем, мы высушим таким более примитивным способом. Поэтому, ну и там, да, у них выше влажность, но это 2-3% по сравнению с нашими традиционными. То есть это не катастрофично. Над этим надо работать, они над этим работают. Я вижу у них перспективу. Вот. Я думаю, что их. Есть статистика, которая показывает, что увеличивается доля семян ладожской селекции. Есть статистика, которая показывает, что увеличивается доля во многих предприятиях, доля импортных семян в производстве силоса. Есть страны, которые, есть фирмы, которые давно специализировались
на выращивание кукурузы для силосов. Вот получается так, что изменение климата и уменьшение количества осадков, высокие температуры летние, они делают не актуальными сушилки, да, для зерна? Так нельзя говорить. Это факторы такие переходящие. На этом основании принимать решение, строить сушилки или не строить, нельзя. Это меняющиеся факторы. 2 года не нужны были, а в этом году вполне возможно понадобится. А был год, когда у нас было огромное конкурентное преимущество. Все трейдеры хотели получить кукурузу с влажностью 15. Год был очень засушливый. Фермеры, не имеющие сушилок, не могли поставить. А мы благодаря сушилкам быстро сушили и продавали по хорошей цене. За год мы оправдали стоимость сушилок. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. То есть они у вас в сухой год они могут в резерве находиться, да. Когда необходимо, то они... То они приносят огромную пользу. По питанию, защите кукурузы есть какие-то у вас вот свои подходы, Александр Владимирович? У нас нет своих специфических подходов. Мы много изучали благодаря Монсанте. Вместе с Монсанто я посетил 12 стран в мире, которые занимались гибридами, которые занимались кукурузой и преимущественно гибридами этой фирмы. Поэтому технология сильно не отличается. В России она известна. Дилеры технологию рассказывают. Мы вносим сложное комплексное удобрение с осени. Мы используем КАС. У нас уже около 15 лет мы купили бюджеты для внесения жидких удобрений. Жидкими удобрениями мы работаем уже больше 20, около 25 лет. История наша. Да, наша история уже 25 лет работы с жидкими удобрениями. У нас есть склады специально для жидких удобрений. Представители ФосАгро, руководители ФосАгро региональных Краснодарской и Ставропольской организации приезжали, смотрели наши склады для жидких удобрений. Удобрения, жидкие удобрения очень удобны в работе, технологичны. Поэтому мы предпочитаем азотные подкормки, это КАС. Ну и кукуруза, на кукурузе 2 подкормки проводятся весной азотом. Осенью вносится комплексное удобрение. Почвы мы много лет проводим по снижению кислотности почв, поскольку у нас слабокислая почва. Мы считаем очень важно приблизиться к нейтральным почвам. Ну, даже нейтральная почва – это 7, у нас средняя кислотность была 5,87, мы сейчас приближаемся 6,2 кислотность почвы, но мы над этим работаем уже 8 лет, каждый год. Поэтому вот что важно, чтобы почвы не были закислены. А вы комплексные удобрения как вносите? Комплексные? Преимущественно не в разброс, а при культивации они вносятся в почву. Есть такие устройства фирмы Кеттерлинг, которые позволяют не пахать почву, а рыхлить. И агрегаты проходят по полю 2-3 раза. И вместе с рыхлением они вносят почву, вносят удобрения в почву, чтобы не разбрасывать, не снижалась, чтобы эффективность.
тем более в условиях постоянного роста цен. Мы стараемся вносить почву, и вообще мы уйдем вообще от системы разбрасывания почвы. Мы не будем разбрасывать. Все удобрения будут вноситься в почву, либо вноситься в жидком виде некорневые подкормки. Наша цель такая – максимально уйти от разбрасывания удобрений, что снижает их эффективность. Но эти комплексные удобрения, они, получается, верхний слой почвы остаются? Нет, до 30 сантиметров. Эта технология позволяет носить удобрения, но это прежде всего для нас калий важен, ну и фосфор на там, 20 сантиметров вносить. Вот эти устройства позволяют вносить азот на 10 сантиметров, вносим фосфор на 20, калий на 30. Это, я вам сказал, технология под свеклу в основном, но под кукурузу то же самое. Так, как это устройство называется? Еще раз можете сказать? Как они называются? Да, да. Фирма Caterlink. То есть они, получается, почву разрезают на разную глубину и на разной глубине? Нет, это за несколько проходов. Они на одну глубину рыхление идет, потом идет второе рыхление, потом третье. Но это избавляет обработка до 40 сантиметров может проводиться без оборота пласта. Это позволяет лучше удерживать влагу в верхнем слое. То есть влага не испаряется, она уходит в почву. И скажем, если очень много там, осадков, то осадки инфильтруются в нижние слои почвы. То есть вы проводите одно рыхление, кладете одно удобрение на глубину 30, второе рыхление? 8-10 сантиметров. Второе до 20. Третье, это как алик, на 30 сантиметров. Это технология свеклы. А технология других, обработки и подготовки других культур, сходная с этой, но там может быть разная глубина. Мы, скажем, после кукурузы у нас есть, под пшеницу, там будет другая будет обработка, там будет измельчение пожневных остатков, а потом два раза пройдут эти агрегаты, они будут рыхлить на 16 сантиметров, первое это 8 сантиметров с внесением азота, там, кстати, одновременно можно два носить. А вторая обработка – это будет внесение калия и фосфора. А давно вы эту технологию используете? Мы эту технологию применяем уже 4 года, и у нас пока только 4 агрегата таких, нам их надо хотя бы 12, но они стоят дорого. Еще дороже стоят трактора, которые используются при работе с этим оборудованием. При том, что сейчас этот утилизационный сбор внедрили, наши поставщики сказали, что стоимость трактора на 3 миллиона возрастет. Поэтому. А стоит трактор, который тянет? Что? Стоит трактор, который тянет этот агрегат, сколько? Более 30 миллионов рублей. То есть 10%. А трактор какой? Супермощный. Ну, это в нашем случае это Fendt. Возможен John Deere. На других тракторах, где мы работаем, там надо специальные муфты еще добавлять. Для усиления. А оно оправдало себя? Вот это вот. Очень. Удобрения стоят очень дорого. Когда ты разбрасываешь удобрения, ты сразу теряешь 40-50% эффективности этого удобрения. Испаряется, азот уходит, фосфор, калий в меньшей степени, но то же самое. Поэтому удобрения надо заделывать всегда в почву. Если стоит сегодня, скажем, карбамид 27 тысяч килограмм, а ты вносишь 100 килограмм, и потом ты половину теряешь на каждом гектаре, это хорошо? Плохо. А вы уменьшили дозу? Это тема, которую мы с вами обсуждаем. Это очень плохо. Надо заделывать почву. Либо вариант тоже в жидком виде
вносить некорневую подкормку, чтобы основную массу растения через устьица забирала. Что-то попадет в почву, оно тоже уйдет. А в жидком растворимом виде она быстрее усвоится, меньше будет потерь. Поэтому это тема, о которой многим людям предстоит только задуматься. Но вот это внесение в определенные горизонты, оно позволяет вам сокращать дозу удобрений без потерь? Исходя из нашей с вами теории, наполовину. Но вы сократили или нет, или все равно вносите как? Я даю ту норму, которую надо. Когда ты разбрасываешь, эта норма теряется. Когда ты даешь землю, она сохраняется. Мне сложно говорить, потому что система работы с почвой очень сложная. Но первое, что мы, и мы очень сложно работаем. Первое, что мы делаем, мы сейчас снижаем кислотность почвы для того, чтобы выйти там, на 6,4. Нейтральная почва 7, у нас слабокислая, нам надо выйти на 6,4-6,5, это будет хорошо уже. У нас сейчас 6,1-6,2, было 5,87. Мы 8 лет вносим дефекат, отходы сахарного производства, в котором много извести, и там кальция, это главный элемент для снижения кислотности, там кальция 60%. Дефекат это свеклу моют, а земля собирается, потом пропускают известь через сахар, рафинируют его, и отходы этой извести вместе сливаются, и получается каша, земля плодородная, хорошо удобренная, потому что свеклу очень хорошо удобряют, плюс известь с кальцием. Они в лагунах отлеживаются, отстаиваются, подсыхают, мы потом забираем и разбрасывателями вносим по земле и заделываем почву. Мы даем удобрение, потому что эта земля, она хорошо удобренная была. И главное, мы даем кальций, мы снижаем. Что такое снизить кислотность почвы? Это примерно такой пример. Человек больной, повышенная кислотность у него. Ты ему даешь мясо, ты ему мед даешь, там, фрукты даешь, все плохо, все не так. Вылечи ему желудок, сними кислотность, и он будет есть мясо, пирожки, мед, и все пойдет на пользу. Вот так с землей. Сними проблему кислой почвы, и все, что ты ей будешь давать, она будет усваивать. Вот мы работаем над этим. Следующее. Мы занимаемся сейчас скотом. В этом году уже на двух участках мы будем выращивать свеклу и пшеницу на удобренной навозом почве. Это второй момент, кроме дефеката, работа с навозом. Третий момент. В других местах мы улучшаем плодородие почвы, сеем многолетние травы, бобовые. Они после себя дают азот и улучшают структуру почвы. Улучшив структуру почвы, это если с человеком опять сделал его бодрым, здоровым и сильным. И еще дал почве азот. Мы бобовые выращиваем. Следующее мы смотрим, как мы можем за максимально короткие сроки улучшить почву. Очень хороший мелиоран почвы – это рапс. Рапс повышает скважность почвы благодаря своим корням, вот такой толщине и длине до 2 метров. Корень загнивает, а в почве остаются такие ходы, которые наполняются влагой. Почва более рыхлая становится, ее не надо там сильно так обрабатывать. Вот. Растения, корни растений последующих находят себе легко ходы. Раз, и пошли в нижние горизонты доставать влагу. Мы рапс увеличиваем. Мы горох сейчас сеем и увеличиваем. Раньше не занимались. Горох предшественник вообще лучший. Лучше, чем бобовый, лучше, чем рапс. Лучше, лучше, лучше всего. Мы гороха в этом году сеем 550 гектаров, а на следующий год выйдем на 1000. Причем у нас есть и зимний горох. Говорят, что у него урожайность высокая. Хотя мы и так получили в прошлом году горох с очень высокой урожайностью, 43 центнера с гектаром. Поэтому у нас много направлений,
Здесь моновоз, здесь дефекат, здесь бобовые, здесь горох, здесь рапс. Мы стараемся по всей почве проводить работу по улучшению структуры, качества почвы. Можно еще? Поэтому, вы мне задаете вопрос, а это проявляется, вот вы удобрения вот так внесли. У меня не один фактор, у меня многофакторный опыт. Я несколько делаю, поэтому вам сказать, ох, вы знаете, я внес в почву, и я обалдел от того, что получилось. Не знаю, я в эту почву в этом году внес, мало того, что внес в почву удобрения, я внес еще дефекат, я внес еще навоз, и на этом поле рос рапс. Поэтому я потенциально понимаю, что я должен получить 80 центнеров пшеницы. Хотя я видел, что были агрономом сделаны ошибки, и они понизят потенциал этой почвы. Людской фактор, который съедает сразу миллион рублей, когда у тебя в голове у тебя профессионализма недостаточно, и ты делаешь ошибки, которые приносят огромные потери. Поэтому много факторов работают. Скажите, дефекаты вы покупаете или вам его просто? Это отходы сахарного производства получается. Это отходы сахарного производства. Сейчас есть программа, если они сертифицированы, то государство компенсирует от 70 до 90% этой работы. Оно понимает важность этой работы. Но мы используем с заводов, у которых не сертифицирован дефекат. Поэтому мы 100% затрат несем. Но Министерство сельского хозяйства поняло важность этой работы. И наш земляк Хатуов, который первый замминистра сельского хозяйства, я думаю, что он один из тех, кто эту идею поддал и поддержал. Поэтому дефекат это очень важно. Это 100% затраты на что? Это затраты в основном перевозка и внесение. Угу. Внесение... Но завод вам отдает просто так, бесплатно? Нет, за небольшие деньги. Угу. Я вам скажу, но вы не записываете. Угу. В Германии тонна дефеката стоит 8 евро. Угу. Если я вношу, я посчитал, что я вношу на миллион евро дефекаты всегда. На миллион евро, но плачу копейки. Поэтому я считаю, что это надо использовать. И я покупаю разбрасыватели, покупаю трактора для того, чтобы вносить дефекат. Ну а сейчас еще программа по навозу у нас расширяется. Мы будем в год 80 тысяч тонн навоза вносить. Причем мы готовим площадку, покупаем специальную технику, которая навоз будет ворушить, рыхлить, поддерживать его в нужной температуре, влажности. Это то, к чему люди тоже придут через несколько лет. Мы это уже осознали и начинаем делать. В лагунах будет? Нет, на площадках. На площадках? Трактор должен проходить. То есть это твердая ворушить. Фракция, вот эти вот с подстилкой? Это твердым. А жидкому у нас есть специальное для внесения жидкого. Если мы одну обанкроченную ферму свиноводческую купим, то мы держим две установки очень дорогие для внесения жидкого навоза. Мы к этому тоже готовы. Угу. Это касается свиней? Это касается жидкий навоз в свиноводстве в основном. Угу. А у нас сухой навоз. Угу. Александр Владимирович, количество, чтобы сориентироваться, в последние годы, какое у вас среднее? Там 600-700 миллиметров. 680-700. Около того. Да, 680 за последние, 640-680 за последние два года. Если вы ростовчанам назовете цифру, они скажут, очень даже жирно. Да. Вот вы сказали, что 63 центнера в Песчанокопском районе, это вам не интересно. Вот у вас порог рентабельности по зерновой кукурузе какой? Но 63 это, наверное, будет без убытка. А, вот так вот. Ясно. Около 60. 63, получается. 70. Нет, 63-70. 65, скажем, наверное, это будет без убытка. Я вам скажу, если затраты 60, 63 мы продадим по 12
тысяч, это будет 75-600 минус НДС 10%, 69-70, правильно? 70 рублей у нас. 70 центнеров – это у нас порог рентабельности. А вот по затратам кукуруза менее затратная по сравнению с пшеницей, да? Нет. Нет? Очень близкие затраты. Очень близкие, как? Да. Ну и у вас затраты высокие, да? Ваши? Да, у нас затраты высокие, это во-первых. Во-вторых, я мало знаю людей, которые правильно считают себестоимость. Вот мы считаем себестоимость правильно, но когда я разговариваю с людьми, они упускают. То упускают чаще всего амортизацию, иногда упускают ремонт и обслуживание техники, что еще упускают, запчасти могут не включить. Ну а фермеры, они же вообще такой строгой системы, они не видят необходимости там, себестоимость считать. Они знают, сколько рублей затратили, сколько рублей получили.